Тимиртауский спортсмен выиграл второе место на чемпионате Азии по шинкёку-шинкай-карате. Соревнования проходили в малазийском городе Куала-Лумпур. Данил Маношкин из Тимиртау поднялся на пьедестал победы с серебряной медалью. Три боя выиграл все нокауты и проигрыш по активности. Подготовка у меня ушла, наверное, больше полгода. Я тренировался, выступали на других соревнованиях, на Казахстане, на республиканских турнирах. Подготовка шла в процессе, тренировались утром и вечером. Я связал всю жизнь, можно сказать, с этим спортом в том же духе. Будем продолжать, показывать новые вершины. Соотечественник состязался с каратистами из 14 стран мира. Как сообщает тренер спортсмена, Данил бился достойно. Ручками поработал, да, через шито левую. Ручками. Поменяй стойку, левый шито, хитом голову пойдет. Поменяй стойку. Хотелось бы поблагодарить ШВСМ, школа высшего спортивного мастерства, руководство в лице Исимханова Даурена Жагипаровича, так как в этом году у нас уже такие две серьезные поездки, где они нам помогают с поездками. Хотелось бы сказать им огромное спасибо. Отметим, что это не первая победа спортсмена на мировом первенстве. Ранее Данил Маношкин принял участие в Кубке мира и завоевал бронзовую медаль. Сейчас спортсмен готовится к предстоящему чемпионату Казахстана. Ольга Цуканова, Шугла Баймухан, Сергей Баданин. Новости Тимиртау.